Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы проведем мастер-класс по моющему средству на основе мыльного ореха компании T&D. Для этого нам понадобится 3 стакана с чистой водой. В один стакан мы делаем раствор на основе мыльного ореха. Почему? Потому что он является сильно концентрированным. Берем небольшое количество моющего средства, опускаем в воду. И делаем раствор. Далее берем столовую ложку и поливаем ее подсолнечным маслом. Смазываем обильно, хорошо. Берем вторую ложку и таким же образом смазываем. Излишки мы выливаем. Берем всем известное средство Ferry, которое не является концентрированным. Оно готово к применению. И наливаем его на ложку с подсолнечным маслом. И хорошо промываем. Вот такая красота у нас получилась. Опускаем ее в воду. Результат вы видите. Берем вторую ложку, которая с маслом. Добавляем в нее немного раствора мыльного ореха. Также хорошо промываем. И мы видим, что уже на ложке сверху, поверх моющего раствора появляется у нас масло. Опускаем ложку в чистый стакан. И мы видим разницу. Это Ferry, это моющее средство на основе мыльного ореха. Ученые доказали о том, что после мытья моющими средствами, традиционными моющими средствами, от 20 до 40% остается на поверхности посуды. И за год человек выпивает все это моющее средство от 250 до 500 мл. Практически целый флакон моющего средства за год. Это те люди, которые постоянно моют посуду традиционными чистящими средствами. Основным консервантом и антисептиком здесь является всем известное средство формальдегид, которое применяется при бальзамировании трупов. И вот представьте, какое количество вот этого прекрасного моющего средства вы опускаете вовнутрь. Здесь моющее средство сделано на основе сапонинов, от слова соп, мыло, где являются сапонины в скорлупе мыльного ореха. Это народный, природный пенообразователь, который очень быстро растворяется и полностью уничтожается. В природе не вредит ни природе, ни организму. При этом мы можем применять и при мытье посуды, кроме мытья посуды, при мытье овощей и фруктов. Это очень быстро, комфортно, удобно и это безвредно. Также мы применяем моющее средство при стирке нашего белья с помощью наших шаров с турмалином, добавив всего один колпачок на полную загрузку. Эффект просто потрясающий. Отстирываются все жирные, грязные пятна. И при этом, опять же, экономится экология. Это экономия электроэнергии, воды и чистка машинки. У нас доходило до того, что чистились канализационные трубы. И этому есть явные примеры. Поэтому мы выбираем здоровый образ жизни, безопасность, здоровье свое и своих, наших детей. Спасибо.